С раннего утра фоторадар возле гостиницы «Шымкент» начал фиксировать все проезжающие автомашины и автобусы, независимо от их скорости. В числе якобы нарушителей оказался и Рустем. Его автомобиль тоже попал под вспышку чудо-техники. Ехал я по проспекту Республики, соблюдая скоростной режим. И вот этот фотоаппарат меня сфотографировал. Я не понял, развернулся, думаю, посмотрю, что, в чем проблема. Вернулся и смотрю, он фотографирует всех подряд. На протяжении там, 10 секунд прерывисто. Машины есть, нет, он просто фотографирует. Почему мы должны платить за то, что не нарушаем? Похоже, аппарат дорожной полиции дал сбой. Многие возмущенные водители начали звонить в ГАИ, но там все вопросы адресовали в процессинговый центр. Однако оказалось, что это подразделение дорожной полиции не работает. Многие водители уже вторые сутки не могут забрать свои водительские права и заплатить штрафы. Вчера вечером приходили, что в течение дня ждет? В течение дня. Я утром приходил, не работал. Ведь сейчас пришел, не работает. И спросить не у кого, да? Спросить, они говорят, у них света нет, все. А, свет есть? Свет есть, а видите, сегодня у меня временный кончается, что делать теперь? Туда пойдешь, они тоже без этой техники не дадут. Получить комментарий от руководства процессингового центра нашей съемочной группе не удалось. В здании никого из сотрудников дорожной полиции не оказалось. Надпись на пустующих окошках гласила: электронная база временно не работает. Чудо-центр, оборудованный по последнему слову техники, сооруженный на многомиллионные бюджетные деньги, парализовало из-за обыкновенного технического сбоя. Очень странно, что в дорожной полиции не предусмотрели дублирующих систем на экстренный случай. А бесцельно потраченные нервы, время водителей, понятно, что уже никто в расчеты не берет.